Бабушки, торгующие вдоль трассы, когда-то были девушками, торгующими вдоль трассы. Куры! Куры жареные! Горячая курочка, подходим, берем. Куры! Ну что, Петровна, сколько кур на сегодня нажарила? Да нисколько не нажарила. Я этих-то уже неделю продать не могу. Каждый день их с чесноком пережариваю, чтобы запах отбить. Все равно чуть-чуть. Есть чуть-чуть. Вот. А я своих даже пережаривать перестала. Начинаю пережаривать, участковый приходит. Такая вонь поднимается, он думает, наркоманы свою дрянь варят. Здорово, бабоньки. Здорово. О, Юра. Здорово, здорово. Привет. Привет, Юра. Здорово. Ну, ты чем собралась торговать сегодня? Сейчас покажу, что буду продавать. Во, что буду продавать. Стыковочный модуль от аппарата «Прогресс». В огороде упал. Видать, на взлете от ракеты отвалился. Вот. Ты что ты? Отнеси его обратно на космодром. Я что, дура, что ли? Все оттуда несут, я туда понесла. Да кому он нужен? Кому ты его продашь-то? Так я подстраховалась, я вот черемши нарвала. Ну, это другое дело. Черемши. Такое ощущение, что модуль-то не в огород тебе упал, а в голову сначала упал. А потом уже отскочил в огород-то. Что за ассортимент-то? Где ты найдешь покупателя такого вообще? Возьми вот курицу мою. Может, продашь 100 рублей. Входная цена. Ну, а если дороже продашь, все, что выше, все твое. О, здорово, девчонки! Сказал бы я 40 лет назад. Проголодался, ехал 300 километров без остановки. Курочка. У кого что? Жареная. Так, курица. Курица жареная. Курица. Курица. Так, жареная. Стыковочный модуль, курица. О, черемша. Да. Свежая? Да, все свежее, и черемша, и модуль, все с огорода. Красота. Есть я хочу прям. Я курицу возьму. У вас. Уж больно у вас набор креативный. А почем курица? 100 рублей. 100 рублей, ага. У меня только 5000. Тогда 5000. На, держите. Креативно все, как с чесночком. Сдача будет? Я тебе сотку должна? Сотку ты мне должна, да? Сотку ты мне должна, да? Гнилая ты баба, Нюра, а? Да как гнилая ты? Не моих курей, тебя надо с чесноком пережаривать-то. Ну да? Чё началось-то? Ну повезло один раз в жизни, а ну. Я думаю, кто это у меня тут в кроссворде? Богиня алчности и подлости из 4 букв. А это Нюра. Нюра. Да перестаньте вы, ну. Перестаньте. Давай, вот сколько у тебя этих курей там осталось? 20 штук еще у меня, да. Давай, ты мне вот 20 курей своих, а я тебе 5000, вот, давай. 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 Все, вот давай 20 этих вот курей своих, вот, а ты мне вот, давай. Ай, вкуснотища. Такая вкусная курица у вас, а. Прям я с таким аппетитом последний раз в 6 утра в Амстердаме ел. Слушайте, расскажите рецепт, как готовите? О, там целая технология. На каждую куру не меньше недели уходит. Ого, ага. Слушайте, у меня завтра друзья из Китая приезжают. Хочу их удивить кухней русской. Есть у вас еще куриц 20? Найдем. Ой, хорошо. Слушайте, ну может я раз не первый раз беру у вас, может не по 5000, а по 3? Окей. Ну и здорово. Вот вам 60000. Куры. Раз, два, три, четыре, пять. Че, мне это все перенято? Да. Че, мне это все? У всех куры, между прочим, рецепт один тоже у всех. Че, у нее это все перенято только? Да. Так давайте вас возьму. Нет у меня. Ну, а нету, так и стойте, вон торгуйте своей коробкой. Бабушка, а вас как зовут? Нюра. Нюра, баб Нюра, у меня к вам предложение. Давайте мы в моем супермаркете откроем отдел по торговле курами. Сделаем упаковочку с вашим счастливым лицом. И слоган такой: «Куры от Нюры». Вы мне, значит, 300 куриц в месяц, а я вам, получается, 900 тысяч каждый месяц. Окей? Yes, it is. Ну и здорово.
Вот вам типовой договорчик, почитайте. Я не вижу ничего, я от радости ослепла. Ну и слава богу, подписывайте. Ручки нету. И, по-моему, мне ее тут никто не даст. Ладно, я сейчас за ручкой, никуда не уходите. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Бизнес-вумен. Все. Куры! Куры жареные! Бабнюра, ручку нашел! А где бабнюра? Это уехала. Уехала? Как уехала? На КамАЗе с комарами и на бампере. В смысле? Да, с ума сошла от счастья, такая выскочила на трассу с деньгами. Бум. Ой. Все, уехала, Нюра. Слушайте, ну давайте тогда, может быть, с кем-нибудь из вас в бизнес? У вас нет куриц, давайте с вами. Со мной? С вами, а что? А давай! А, Петровна, ты же не против, что мой контракт будет, а? Вы ж подружки, да? Конечно, мы ж подружки. Ага. Конечно, я ж не против. Когда я была против-то? А ну иди сюда. Бабушки, иди да сюда. Вы... Да подождите, бабушки, да вы что делаете? Давайте все цивилизованным образом решать. Вы что, давайте. Цивилизованным? Да, давайте. А у тебя что, вилла есть? Нету вилл. А ну пошла сюда. Да, ну что, подруга, давай выясним сейчас. Чья фотография на упаковке будет с курями, а чья на мраморном овале будет сейчас? Пойдем. Иди сюда. Папа, укусила Нюра, дрянь. Дрянь, Нюра, стоять! Стоять, ты как вернулась с того света, стоять! Вот что крест равнозначный делает, стоять! Нюрочка, я ж тебя на тот свет отправила, ты как вернулась-то, Нюра? А я и была на том свете! Иду, и уже свет в конце тоннеля вижу. А вокруг такая вонища. Пригляделась, смотрю, куры твои впереди меня идут. Ну, думаю, не дойду я в такой вони. Дойдешь. И обратно. Дойдешь со второго раза, дойдешь у меня. Шляпника иди есть. Сюда. Больножку иди меня. Обе сюда. Чтобы подрывать, дорогие. Помощь, бабки. Че, пляшем? Отмечаем день пожилого человека. Да ну что вы. И не торгуем все-таки. Торгуем. Торгуем наш товар вот тут. Вот. Будете брать? Будем брать. Будем брать вас. Областная прокуратура. Налицо незаконная торговля просроченными продуктами. Бабули, вам по 3 года светит, если свидетели найдутся. Найдутся. Все видела, все знаю, все подпишу. И протокол, и контракт. Ах ты, да. Сворачивайте это все. Такая! Сворачивайте.